Блин, вам что, непонятно, что сесть надо? Это что за это? Подводная лодка. То появляется, то исчезает. Посмотрите внимательно. Эй, царапины. Кто разговаривает? Посмотрите внимательно. Значит, значит, посмотрите, Денис вошел мне на дверь. Я остановился. Вы постоянно ходили. Раз, два. Посмотрите, да? Все. Есть несколько вариантов развития. Я упал сюда. Я упал туда. И я контратакую. Что я делаю? Потерь. Я беру, посмотрите, раз. И беру. Потерь. Иду назад. И разворачиваюсь. Если это сделать очень быстро, поможет получить оценку. Сделай еще раз, пожалуйста. Поэтому, когда вы здесь держите, вы не можете контратаковать. Вы падаете. А я, наоборот, поставлю сюда, как вам сказать, я боролся неплохо в партере, хорошо, и мне попался соперник очень сильный. Я уже как бы все заканчивал. И бросить я его не мог. Ну, не мог, потому что пятый раз против Кадима Радуфиса. И я решил как сделать, перевести его в партер, чтобы он меня бросил, а там я его, может быть, схвачу, что-то сделаю. Какой прием, наверное, лучше всего дать? Я что сделал? Я могу сделать. Сразу не помню. Все. Этот человек призер Европы был. Пятый это спартакиане. Значит, такой прием, который так. На Япон очень тяжело. Я его взял и стал тащить назад. Он мне раз. Нет, мне мы начали бороться, мне дали одно замечание, дали. Сейчас, подожди, первое замечание, шито. Второе замечание, предупреждение было. То есть уже 5-0 я проигрывал. И, то есть я уперся, не давал. Но я уже проигрывал. Что я сделал? Я взял захват. Захват. Потащил, потащил. Он раз зацеп. Мы перешли, я перевернул. И чуть его не убежал. Он ушел. Когда мы стали второй раз бороться, то есть дальше продолжался. Его тренер как не знаешь. Как он. Я уже и сам старался затащить, падать, все, он ни в какую. То есть он понял, что раз я хочу в партер, все. Так и здесь. Вы выходите бороться. И если вы берете вот такой захват, там через плечо, и жопа. Все, прием называется жопа. Да? Поставил вторую, все, жопа. Не понял, жопа. Потому что, не знаю, каким надо быть, чтобы вот так вот ставить руку. Значит, я поставлю снизу. Он что будет делать? Ну, через плечо тяжело, потому что низко. Даже если он через плечо начнет делать, вот делает низко. Вот он пойдет. Раз, голову, оп, видите, я его прижал. Отсюда раз, перевернул. Отсюда я могу пойти, но удержали. Пожалуйста, еще раз. Я могу поставить эту руку, я могу эту поставить. Денис же в обе стороны делаю, прошу. Вот он пошел. Смотрите, раз, и назад, 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 оп, оп, и развернулся. По три раза меняемся, и потом боремся. Отсюда. Перестрел. Что, уже? Нет, мы сейчас отрабатываем этот. А, я? Не-не-не. Саня, эй! Я офигею с вас. Вы что, заторможенные, что ли? Отдохнули три недели. Что, Новый год? Сколько можно отдыхать? Я уже замучился. Что вы стоите, работаете, мы? Первое делать, второе делать. Первое, ты делаешь, ты делаешь. Марьянов. Она никакая, ты никакой. Работа. Так, девчонки. Спасибо. Ваш Новый год продолжается? Ну как улыбки на лице, где вас? Где? Где? Где мальчики? Где Дед Мороз? Фигурочка где? Убежали? Да, плохо вы убежали, вот как вы подарите. А вот он исчезнет. Когда вы сюда? Уважаю.
А здесь немножко путь хочу. Ты его бросил? Нет, я просто. Ты его бросил? Сэр. Ну что он тупой? Эй, делай мельницу. Делай. Вот, подхватил его раз и все. Эй, это ты должен делать, а не падать. В смысле, я же показал контрприем. Вот и делает мельницу, а ты контрприем. Опять. Он тебе делает мельницу, ты делаешь ему контрприем и меняет. А как ты хотел упасть? Нет. Ну давай. Ну, делай контрприем. Ну, разворачивайся, разворачивайся. О, молодец. Стоп. А, у нас лишняя пара. Стоп. Уйдите, вот ваш, вот это ваш. Вы, сюда. Так. Эй, Чиполин, туда. Еще, девочки ушли. Так, вы чуть-чуть подвиньте, вы сюда. А вы здесь, вот это ваш. Нет, Артем, чуть-чуть дальше. Все, пошли. Мельница и переворот. На удержание. Вот. Тяни. Раз. А если надо куда-то упасть, то переноги развернись. Да нет, это и пот, это вассария. Что? Вассария? Что ты ему сделал? Что? Он тебе делал мельницу? Ты упал? Я сам говорил, да. Сиди сюда. Вы видишь? Вот и все. Я стою, а как ты упадаешь, я не знаю. Это надо уметь. Он потом будет говорить, что нет, а на соревнованиях... Что я стоишь? По два раза нет! Еще раз. Каталин, ты учишь, Игорь, учишь? Да? Когда конфликты надо жить, то надо разум отходить. Сделай. Найди тут делать. Раз. И ты стоишь, куда он упадет? Убери ногу, развернись. Вот она упала. Развернись, ногу. Эй, Чиполлино. Ай. Призакрывай, иди. Вот, руку вот сюда, прямо локоть подведи. Нет, держать не надо. По одному, по два раза. Миша, что ты упал? Пошел. Разворачивайся, ноги вместе не ставь. Нет, не только назад. И не только назад, еще и ножку убери. Ты правую или влево, вот сам ложится. Вот, молодец, все. Маша, работай или нет? Может, они тебе порос? Он подарок не даст. Ну, стоп. Что ж у тебя такой муж был? Вот, прости. Ты его на работу носить будешь. Летяю еще тут. Я тоже летяю. Но когда надо, я работаю. Маша, голову сначала поставь под руки. Маша, ты умная девочка. Раз, два, три, два раза вон. Меняйся. Сейчас будем бороться. Ну, убирай ногу. Вот. Маша классная. Да блин, что? Раз, два, три. Так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Матэ! Сырбус, вставай. Так, там садится Сербу, Вишкон и Пастухов. Да.
Так, здесь будет бороться. Раз, два, три, четыре. Добавить пять. Вот сюда. А после этого по 30 всего сделать. Не надо подключить. Эй! Двигайте сюда. Так, окей, его. Раз, два, три, четыре, пять. Два человека там, три здесь. А Маша есть. Маша дома. Машуня. Иди сюда, Машенька. Садись, вот кэш. Еще раз, Маша, я тебя прошу. Только не бегай. А то тыкнешься и будешь всех сидеть. Под названием «Фонарь» новогодний. Фонарь. Так, вот эти пять человек. Раз, два, три, четыре, пять. Значит, вы выходите, боретесь. Не играет роли. Парты 7 секунд. Кто будет просто больше, буду наказывать. 7 секунд. Хватит, чтобы перейти на удушающий, на болевой, на удержание. Если делаешь удержание, я увидел, поднял. Так. Пастухов. Они между собой, потом они иногда с тобой будут. Выходи, сын. Что, я первый? Да. Да. Денис. Давай, Денис. Давай, Денис. Кого вы хотите? Сын, принеси мне вот палочку, пожалуйста. Так, здесь. Принеси палочку и покорится. Кто там сидит у меня? Боля. Я и... И Шенли, да? Ага, хорошо. Так, Боля выходит. И Лурейцы выходит. Так, здесь выходит... Что так молодой, что надо делать? Маша и Лурейцы, это молодой человек. Тогда все равно. Да, давай. Так, я уже все спорил. Еще раз. И так меня обидело. Что, не могла на республике выйти? Не играет, как бы надо, чтобы ты была просто выступила, и все. Звони телефон. Ну и что, пусть еще раз позвонит. Вайбер, это не ваш, наверное. Или ваш. Ничего страшного. Внимание! 2 минуты. Будьте аккуратны. Тебе. Старайся все просто стойки делать, без падения. Они хоть и опытные, но ты вот посмотри на него, да? Он никакой, он... Я не знаю, что можно делать, чтобы не отойти. На ком? Нет, это тоже, даже здесь деньги нужны. Я не знаю, как можно не играть в футбол целыми днями. Пошел наигрался, а потом спит. У него другие занятия. Надо... Другие занятия. Ты, если ты знаешь, значит ты с ним вместе. Джимми! Да, я не помню. Эй, кто закончил разговоры? 2 минуты. Артем, аккуратно старайся. Андрей. Да. Да. Стойку, Дан, стойку.